Я понимаю, почему девочки восторгались именно этой палеткой, хотя я тени от Vivienne с собой не очень, честно говоря, люблю и жалую, но посмотрев многие обзоры, но меня зацепило только два обзора. Это Зарина, у Зарины Скрудж и у Марины Суи она делала ей макияж. Мне безумно, конечно, понравилось. Вот, очень красивые оттенки. Вот этот вот зеленый мега крутой. В общем, вот этот золотистый тоже шикарный. Вот, в принципе, палеточка неплохая. Вот такие на нее сводчи. Так, я надеюсь, вам видно. Вот, в общем, я довольна, что в итоге я себе прикупила эту палетку. Спасибо большое девочкам. Вот. Ну, пока что вот такие вот небольшие покупки, а все, в принципе, затевалось вот из-за этого хайлайтера, который практически стоит 1000 рублей. Но я не думаю, что он тянет на 1000 рублей. За 1000 рублей могли бы немножко, во-первых, упаковку подороже сделать, а не дешевый пластик, и саму текстуру доработать. Вот, считаю, что 1000 рублей данный хайлайтер не стоит, но он очень красивый. На лето, на загар будет самое оно. Еще раз вам давайте покажу сводчи. Надеюсь, видно. Ну и вот такая красота.